Это очень личная программа о принципах и правилах жизни. Известный дипломат Александр Николаевич Панов – мой собеседник в разговоре об Азиатско-Тихоокеанском регионе. Александр Николаевич, у вас богатейшая дипломатическая биография. Я просто напомню, чтобы наши зрители тоже знали об этом. Вы были послом в Южной Корее, в Японии, в Норвегии, были заместителем министра иностранных дел и даже были ректором дипломатической академии. Но любовь ваша – это Азиатско-Тихоокеанский регион, и вы тут глубочайший специалист. А почему так получилось, что вы стали специализироваться именно вот на этом регионе? Ну, понимаете, все это произошло достаточно случайно с того момента, как я поступил учиться в МГИМО. И тогда они спрашивали, какой язык ты хочешь учить, мне дали японский. Это был где-то 62-й год, и это была непрестижная страна тогда, и язык тяжелый, и даже вот моя мама, значит, сказала, за что же это тебе так? Но потом оказалось, что, в общем-то, это все очень правильно получилось, и мне Япония очень понравилась. Я 3 раза там был в командировках, и 7 лет послом. То есть судьбу вашу определил какой-то не самый важный человечек, который просто раздавал языки в МГИМО. И более того, я даже знаю, кто. Потому что я поступил только со 2-го раза, а в 1-й раз я не поступил, потому что меня на истории срезали. И преподаватели потом, смешно было, когда я преподавал МГИМО, я его спросил, ну что ж ты... Тогда я же прекрасно отвечал. Ну, что я мог сделать? Против твоей фамилии стоял крестик. Значит, ты не проходил. Но если бы я тогда поступил, в тот год японского языка не было. И вот как раз получилось очень удачно, что я поступил на следующий год, но уже с японским языком. Вы вспомнили маму. А мама успела немножко погордиться вами? Ну, в общем, немножко, да, хотя она рано умерла, к сожалению, но, конечно, для нее это было очень радостно, потому что, собственно говоря, она мне выбрала профессию, она в свое время училась в Институте внешней торговли, и, в общем, она все время понимала, что я не какой-то там человек, который способен естественными науками заниматься, а гуманитарий. И вот она меня туда рекомендовала. Я знаю, что вы относительно коротко были послом в Корее, вы переехали в Токио. Но так как Корея сейчас большой интерес у нас в стране, мне хотелось бы немножко об этом поговорить. Давайте, во-первых, напомним нашим зрителям, почему появилось 2 Кореи. Я не уверен, что все это помнят, знают даты и так далее. Начнем с того, что Корея была колонией Японии с 1910 года. Вся Корея? Вся Корея. И, естественно, когда стояла уже завершающая фаза войны на Тихом океане, то мы же договаривались с Соединенными Штатами, прежде всего, о том, как будет происходить, значит, война с Японией уже с участием Советского Союза. И тогда было вот решено, что, естественно, Советский Союз вступает в войну, идет на Маньчжурию. Там, где шли бои между чанкайшистами и японцами, там американцы будут принимать капитуляцию вместе с войсками Китая. А Корею решили, значит, поделить на 2 части. Север должна была оккупировать советская армия, а юг – американская. И совершенно произвольно, так, когда делили, а где север, а где юг, ну, один американский генерал сказал, ну, давайте по 38-й параллели там поделим, вот север – это ваш, а юг – наш. Ну, и наши войска, естественно, вошли на северную часть этого полуострова. Там начались свои политические процессы, быстро росло влияние
Ну, тогда мы их называли, конечно, не совсем коммунисты, но близко к коммунистам. И в голове стоял уже тогда Ким Ир Сен, который был капитаном советской армии и в одно время воевал в партизанских отрядах, и воевал в соединениях китайских добровольцев, которые тоже воевали с японцами. А на юге там, значит, вот больше американцы хозяйничали. Они, там на юге была такая каша из политических партий, но постепенно тоже сформировалось такое довольно консервативное, это буржуазное, можно сказать, хотя там буржуазии-то особо и не было, но такое консервативное течение политическое, которое, в общем, потом и пришло к власти. И они объявили создание, значит, вот Республики Кореи. Тогда в ответ на севере объявили о создании Корейской Народно-Демократической Республики. Александр Николаевич, я, читая то, что вы пишете, я обращаю внимание, что вы очень внимательны к экономическому аспекту отношений между странами, к опыту, который та или иная страна может нам дать. Вы, когда были послом в Южной Корее, вот что вы считаете опытом южнокорейским, может быть, социальным, не только экономическим, который был бы полезен для нас вне ситуации политической, которая складывается? Понимаете, Южная Корея, или сейчас Республика Корея, она... Я спрашиваю именно о Южной, потому что вы там были послом. Да, развивалась очень медленно экономически, и практически вот на севере экономические успехи были выше. Там Советский Союз оказывал большую экономическую помощь. Более 90 промышленных предприятий были построены. Надо сказать, что когда была японская оккупация, то страна была сельскохозяйственная. Больше там ничего не было, и японцы не заинтересованы были в ее экономическом развитии. Поэтому на юге там особо, как говорится, ничего не совершалось экономического. Но вот в 70-е годы пришел к власти генерал Пак Чжон Хи, который начал реформы аграрную, социальную и всякую другую, но не демократическую. То есть он правил железной рукой и брал за модель в какой-то степени... Он фактически был диктатором. Диктатором, да. И брал за модель развития послевоенной экономической Японии. То есть это государственный чисто практически капитализм, ну, естественно, с рыночной экономикой. Но государство было главным. Оно определяло, значит, путь развития страны экономической. Он вызывал какого-нибудь генерала и говорил: вот я тебе поручаю заняться электроникой, ты будешь вот за электронику отвечать. Вызывал другого: ты будешь отвечать за судостроение. Значит. И вот они, значит, взялись, эти генералы, и начали очень бурно развивать вот эти отрасли, конечно, опираясь уже на тех деятелей корейских, кто был связан с экономикой, и создавали вот такие, значит, крупнейшие корпорации, они назывались чоболи, которые получали большую помощь от правительства, от государства, но они, значит, вот работали под контролем центральной власти, государства, и делали то, что, как говорится, было нужно в тот или иной момент. Что это означало? Ну, так же, как в Японии. В Японии были пятилетки, надо сказать. Они брали пример Советского Союза. Там тоже были такие псевдопятилетки, и там было такое. Вот в этот период мы развиваем, скажем, там нефтехимию. В этот период мы развиваем текстильную промышленность. В следующий период попробуем, значит, развить судостроение. Но в том, что вы рассказываете, ведь нету какого-то опыта для нас. Это просто история. Для нас это опыт, то есть, скорее, они брали наш опыт. Вот о чем я и говорю, что это государственное, значит, вот регулирование, государственное управление. Но это на начальном таком этапе, естественно, когда, собственно, страна в разрухе. После войны и север, и юг, они были, лежали полностью разрушенными, потому что война была жестокая. И там, по-моему, так сказать, и кирпичных домов-то не оставалось. Все было разбомблено, разбито. И поэтому здесь приходилось, естественно, вот поднимать страну буквально из ничего. Ну, я имею в виду более конкретный опыт. Вот я вам приведу пример.
мы были в Сеуле, и нас принимал мэр Сеула, который, рассказывая о том, что там была просто трагическая ситуация с пробками, с тем, что транспорт не мог проехать, рассказал, что их спас каршеринг. Что Сеул сделал ставку на каршеринг, всяческие преференции для каршеринга, и это развязало их проблемы главным образом. Вот когда вы там были, что было такого, что могло быть нам полезно? Когда я был, это начало 90-х годов, это вот начало такого подъема. Ну, уже был подъем, но он все-таки еще не был явно выраженным. И тогда, конечно, вот началось у них вот это автомобилестроение. Надо сказать, что у них ее не было. Они взяли модель японскую и, как говорится, организационную, и модели автомобилей. Да. И начали строить вот эти автомобильные заводы. Потом то же самое получилось... На которых у нас сейчас полстраны ездят. Да, с судостроением. То есть они тоже это переняли у японцев. Так вот, в тот период, конечно, у них началось насыщение автомобилями. И я видел, как это все происходило. То есть это были жуткие пробки, на мосты невозможно было заехать. Вы говорите про каршеринг. Но решил проблему в большей степени другой проект. Они выделили полосы для общественного транспорта. То, что мы сейчас в Москве сделали. Так вот это, собственно говоря, мы и переняли у них. Если говорить точно, это да, наш мэр Собянин, когда он там был, посмотрел и начал внедрять вот как раз эти линии автобусные. И кроме того, они начали строить внутри дороги скоростные. И это в какой-то степени, конечно, помогло разгрузить. Вот 65 лет разных режимов. Визуально это очень разные поведенческие люди, северные и южные корейцы. Эти 65 лет в корне изменили людей? Или все-таки это люди одной культуры? Это разные. Хотя политической культуры понятно, что разные. Это разные люди по менталитету. Север и южане, они совершенно... Вообще, когда стоит вопрос или когда обсуждается вопрос о возможном объединении, то я, например, считаю, что они невозможно объединить. В человеческом смысле. Да, это не ГДР, ФРГ. Ведь на севере вообще представление о том, что в мире происходит, отсутствует. Там закрыта информация. И на юге, наоборот... вольница. Хотя у них не было демократии. Вот я говорил, при Чонхи не было. Они потом шли. У них были восстания, там, и движения за демократию и так далее. Но сейчас вот у них такая политическая ситуация, когда есть либералы, есть консерваторы, и они между собой, в общем, так сказать, конфликтуют, борются. Двупартийность. Ну, она как бы, партия меняется там, но, как говорится, ядро политическое, оно остается так, условно, либералы и консерваторы. У них президент может быть только 5 лет. Но вот то, что касается такой вот действительно вольности, когда я приехал, скажем, вот телевидение, у них был фактически один или два канала, причем под контролем государственным. Причем шла передача не целый день. Там были часы, там где-то с 12 до 6. Когда я спрашивал, а что же у вас на телевидении так вообще жестко и ограничено? Ну, говорят, вот пусти наших типа на телевидении, начнется такое, значит, ты потом не разберешься, где прав, где виноват. Но сейчас уже это все не так, конечно. Сейчас уже у них много телевизионных студий, газет, и все это борьба, она идет в рамках прессы. Хотя, если чуть что, демонстрации вот зажигаются моментально. То есть это люди довольно такие эмоционально пассионарные. Вот я приведу пример. Когда Борис Николаевич Ельцин впервые приехал в Корею, это 92-й год, и мы едем в машине, я говорю, ну, Борис Николаевич, вот вы бывали в Японии, да, вот Корея нынешняя, это Япония, ну, 20 там, лет назад, ну, по экономическим, так сказать, показателям и так далее. Я говорю, ну, знаете, вот если взять отдельного корейца, это человек, который
абсолютно, как говорится, взрывоопасный. Он может из полоборота завестись. Вот если на дороге происходит какое-нибудь там мелкое столкновение, выходят оба из машины и начинают выяснять и иногда и дубасить друг друга. Если кореец что-то делает, за ним надо присматривать. Вот если он придет к вам домой, водопроводчик, надо стоять за его спиной и смотреть, что он там крутит. Кстати, придет он не вовремя. Он обязательно опоздает. Но если вот я говорю, что там живут соседи, то соседи постоянно друг другом ругаются, особенно женщины. Ты что тут вылила, значит, грязную воду у меня, что-то белье тут развесил. То есть люди вот такие вроде бы, но зато они все-таки как-то работают. Да? Вот они, когда вместе собираются, они могут работать. Ну, и когда... Я сказал, что они довольно эффективные. И довольно эффективные. Но и когда вот уже он уезжал, мы едем обратно в аэропорт, он говорит, ну, я посмотрел, вроде ты прав был. Александр Николаевич, давайте перейдем теперь к вашей любимой стране, к Японии. И я хотел бы, чтобы вы вспомнили один момент, который, наверное, опять же, и я, и зрители, мы не очень помним подробности, хотя помним, что это было. В 1951 году, по-моему, был в Сан-Франциско подписан Японией и всем миром буквально, 46 странами, некий мирный договор. Среди этих стран не оказалось Советского Союза. Почему? Что это было за мероприятие? Ну, известно, что после поражения Японии в войне она была оккупирована американскими войсками. Наших войск там не было, хотя Сталин, у него была идея, так сказать, ввести войска на Хоккайдо, но американцы отказали. Поэтому американцы, собственно говоря, создавали Японию, как они хотели. То есть, в общем, те реформы, которые прошли послевоенное время, они в значительной степени были инициированы американцами. Ну, японцы поняли, что надо меняться. А потом, конечно, когда встал вопрос, что надо кончать оккупацию, тогда, значит, вот начали разрабатывать мирный договор с Японией, и разрабатывали его американцы. Разные варианты были. В первом варианте там Советский Союз участвовал. Но здесь получилась еще такая ситуация. Побеждает коммунистическая партия в Китае, да. Приходит к власти. Это 49-й год. Кардинально меняется, естественно, международная ситуация. И американцы, естественно, Китай не признают. И когда шел вопрос о том, чтобы подписывать и участвовать в разработке договора, Китай не приглашался и на конференцию в Сан-Франциско приглашен не был. У нашей делегации была инструкция, значит, в любом случае там внести изменения в текст договора, поскольку он нас не устраивал, особенно в территориальном плане. Там не было сказано, что вот те территории, которые отходят от Японии, они, значит, возвращаются Советскому Союзу, как это было предусмотрено в Ялтинских соглашениях. Но главное для тогда советского руководства было, что не пригласили Китай. И, в общем, тогда не подписали этот договор. Знак солидарности с Китаем. Ну, Китая нет, значит, мы не подписываем, и нас не устраивает там некоторые пункты. Но это привело к тому, что у нас не было дипломатических отношений с Японией в течение вот 5 лет, с 51 по 56 год. И после того, как японцы подписали Сан-Франциский договор, то подписали одновременно и договор по обеспечению безопасности Японии с Соединенными Штатами, по которой Соединенные Штаты брали на себя обязательство защищать Японию в случае какой-то внешней агрессии. С разными, так сказать, добавлениями, изменениями этот договор фактически существует по настоящее время. Тем не менее, суть его в том, что Соединенные Штаты защищают Японию, но Япония не обязана участвовать в военных акциях Соединенных Штатов в регионе. Договор, кстати, американцы считают неравноправным. И Трамп особенно был недоволен. Он говорил, что такое японцы? Вот если на вас нападут, мы будем защищать, наши парни будут гибнуть, а вы будете, когда на нас нападут, смотреть по телевизору. Александр Николаевич, мы не будем вдаваться в эту проблематику острова,
договоренность по островам. Ну вот на ваш взгляд, как на взгляд специалиста, существует некий все-таки мирный сюжет заключения договора, при котором мы бы оказались не в ущербе, и Япония могла бы удовлетворить какие-то свои амбиции? Или такого сюжета нет? Понимаете, ну, сейчас об этом говорить вообще просто не приходится, поскольку Япония полностью поддержала Запад, Соединенные Штаты в антироссийской позиции. Переговоров никаких нет, и я не представляю, что они могут появиться в ближайшее время. Что касается мирного договора, ну, в принципе, этот договор-то не мирный. Мирный договор, представление, как говорится, в общем, это когда что-то война заканчивается и что-то надо решать там. У нас мирный договор заменен совместной декларацией 1956 года, где состояние войны прекращается, вопрос о репарациях японских военнопленных, там все решено. Не решен только территориальный вопрос. Так что формально у нас с Японией есть мирный договор, и он ратифицирован. Просто он иначе называется. Он называется по-другому. Поэтому вот когда стоял вопрос в переговорах последнего времени, когда Путин и Абе, премьер-министр, их вели, то японцы, в принципе, готовы были пойти на серьезную, с их точки зрения, уступку, чтобы согласиться на то, чтобы, как это записано в совместной декларации 1956 года, Советский Союз обещал передать Японии два острова – Хабамай и Сикатан – после подписания мирного договора. Но мы исходили из того, что вообще это не, должен быть не просто территориальный какой-то документ, а это, если это мы назовем мирный договор, а в принципе он так назывался бы, то он должен включать в себе создание абсолютно нового качества отношений, где бы были и вопросы безопасности учтены, и развитие отношений экономических, культурных, всяких военных и так далее. Но японцы вот исходили из того, что вот решаем только теперь вопрос, а текст остальной нас не очень волнует. И были еще другие расхождения, поэтому переговоры шли очень тяжело. Но потом они просто прекратились естественным образом, поскольку мы сказали, что ну, в этой ситуации... Ну и политический климат изменился. Да, такой климат, мы вести переговор не будем. Хотя сейчас они продолжают говорить, нет, мы типа хотим, значит, решить этот вопрос. То есть у них, как говорится, есть своя позиция, вот они, территориальный вопрос пока не решен, они считают, что для них Вторая мировая война не закончилась. Когда вы говорите и пишете, вы очень интересно разбираете проблему интеграции, которая происходит в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Например, вы говорите о экономическом освоении зоны реки Меконг. А для людей старшего поколения Меконг – это такой адрес войны во Вьетнаме. Всегда партизаны Меконга, ну, вот эти все фразы. Давайте об этом немножко поговорим. Ну, сейчас все понимают, что экономическое развитие, в какой-то степени будущее мировое экономическое, оно лежит в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Здесь идут самые такие мощные и интересные экономические процессы. Возникают, ну, я не говорю Китай только. Здесь есть и Индонезия, и Вьетнам, и Индия, которые развиваются фантастическими темпами. Ну, Корея тоже. Корея сейчас она обгоняет уже японцев. И поэтому... Причем у Индонезии какое-то огромное население. У них 250 миллионов. Это крупнейшая мусульманская страна. И она и богата ресурсами, и людьми. И это достаточно перспективно. Да даже Малайзия, она очень перспективна с точки зрения вот развития электроники. Сингапур – очень развитая страна с большим количеством денег, финансовых ресурсов. Поэтому здесь, естественно, идут очень важные процессы. Создаются экономические региональные группировки. Мы в них не участвуем, поскольку у нас все-таки Дальний Восток недостаточно развит для того, чтобы полноценно входить
в этот регион. У нас есть, конечно, свои преимущества транспортные, там, логистические, потом ресурсные. Но пока все-таки наше участие в экономической деятельности в этом регионе, оно не такое значительное. Хотя пытаемся сейчас вот развернуться на восток и пытаемся это наше слабое место ликвидировать, но это займет время, безусловно. А что касается там процессов регионально-экономических, они, безусловно, очень масштабные. Если мы возьмем торговый оборот, например, с Республикой Корея, у нас 17,5 миллиардов долларов. Это, вот, конечно, падение, но все-таки незначительно, потому что южнокорейцы, они хитрые. Они, хотя и там говорят, что да, мы поддерживаем Запад там, вот, в тех санкциях, которые проводятся в настоящее время, но говорят, ну, для нас Россия важна. А могли бы мы в этой интеграции участвовать чем-то, кроме сырья, ну, хотя бы в перспективе? Для этого нужно, конечно, иметь очень серьезный такой промышленный, экономический потенциал на Дальнем Востоке. Но судостроение, да, нам самим судостроения не хватает. А сейчас лидеров судостроения в этом регионе – это корейцы. Кореи, они всегда, по-моему, были? Нет, они за счет своей дешевой рабочей силы и менеджмента, они переняли это все у японцев. Сначала японцы были лидерами в судостроении в этом регионе, сейчас в лидеры вышли корейцы. Кстати, они нам строят суда ледокольного класса для транспортировки сжиженного газа с Ямала. Уже 3 поставлены. А с чем связано то, что именно этот регион, о котором мы с вами говорим, является одним из крупнейших в мире потребителей оружия? К чему они готовятся? Почему они так активно вооружаются? Знаете, ну, в регионе очень много таких... треть мирового импорта, да? Ну, наверное, и возможно. И, в принципе, гонка вооружения, она нарастает. Есть конфликтные ситуации. Они, естественно... приводит к тому, что туда, говорит, страны, которые участвуют в этих конфликтах, они начинают вооружаться. Ну, я не беру уже, как говорится, Южную Корею или Северную Корею. Там вооружение идет, как говорится, особенно на севере, это уже ракетно-ядерное. На юге, кстати, они создали очень мощный военно-промышленный комплекс. Их танки, их подводные лодки сейчас на рынке вооружения очень хорошо продаются. Есть проблема, значит, вот Китай, Тайвань. Тайвань вооружается очень серьезно, тоже начинает собственное вооружение. Из Америки тоже получают. Индия и Китай конфликтуют, тоже, значит, нужно оружие. Япония смотрит на то, что вот Китай возвышается, надо тоже вооружаться, да. Китай, наблюдая за всем этим, сейчас очень мощно вооружается и по всем направлениям, а его вооружение, значит, вызывает тревогу во многих региональных странах. И какая-то воронка. То есть это вот пока в этом регионе, к сожалению, нет каких-то серьезных механизмов, которые бы, ну, создавали какую-то канву доверия, что ли, в военной области, или которые приводили к каким-то правилам, ограничениям в военной деятельности. Вы еще называли такой адрес, что очень конфликтным становится Южно-Китайское море. Да. И, конечно, там, значит, вот, ну, Китай считает, у него, значит, есть 2 линии обороны. Первая – это Восточно-Китайское море, вторая – это Южно-Китайское море. И на тех атоллах, островах он там создает военные структуры, базы. Из-за этих островов, этих атоллов идет спор, чьи они. Участвуют и Вьетнам, и Филиппины, и ряд других стран. И вот эта конфликтная ситуация, значит, она подогревается еще Соединенными Штатами, которые говорят, вы не можете закрыть эти, значит, вот воды, поскольку мы, как говорится, американцы, у нас флот, где хочет, там и плавает. И это ведет опять, так сказать, к обострению ситуации уже и китайско-американской, помимо того, что там и с Вьетнамом у Китая проблемы из-за этого, и
с Филиппинами. Филиппины сейчас пошли на союз с Соединенными Штатами, чтобы вот противостоять китайскому давлению. И Австралия подключается. Она, как известно, сейчас заключила соглашение с США и Австралией, Тройственный союз на строительство 8 атомных подводных лодок. Их задача будет сдерживать китайский флот. Это еще одна точка горячая, значит. А сейчас флот китайский, он наиболее мощный в этом регионе. Уже американцы уступают этому. И, конечно, они будут стремиться вот наращивать или компенсировать, в том числе вот и своей этой политикой с Австралией, строительство атомных подводных лодок здесь. Это политика, которая стоит твердо двумя ногами сейчас на вооружениях, на силе армии, она с точки зрения дипломатической какая-то стала бескомпромиссная. Вот может быть дипломатия без компромиссов вообще? Нет. Ну, дипломатия может быть успешной только тогда, когда она ищет компромисс. Или как-то предотвращает конфликтные ситуации. Если она не в состоянии этого сделать, вот как мы сейчас видим в этом регионе. Mm-hmm. Вот асеановцы, они в свое время создали форум, Азиатский региональный форум для обсуждения проблем безопасности в регионе. Они думали, что вот можно будет как-то какие-то правила установить или какие-то меры доверия в этом регионе, чтобы все-таки он не становился таким вот взрывоопасным в военном плане. Но у них не удалось. Вот все-таки здесь сейчас, ну, я думаю, что это не только в этом регионе, и в других тоже идет. В общем-то, так, мы говорим о строительстве нового многополярного мира. Вот один из таких факторов, он здесь проявляется. То есть, а какой это будет многополярный мир? Кто будет доминировать, да? Или как он будет делиться? Или как будут сотрудничать? Вот это вопрос будущего. И здесь дипломаты должны участвовать, но пока это не очень удается. И в будущее мы не можем предсказать сейчас. Александр Николаевич, вот это то, о чем вы рассказываете, это новая политика, новая ситуация, новая роль дипломатов. Как это отражается на ваших студентах? На студентах МГИМО, это другие уже люди, им надо по-другому преподавать. Как вот институт и университет реагируют на внешние вызовы? Нет, конечно, мы отслеживаем постоянно, что происходит в мире, и стараемся студентам давать последние, как говорится, знания, сведения, анализ. И надо сказать, что они достаточно активно это воспринимают, они думающие студенты. Надо сказать, что вот за последнее время можно четко это определить, что студент стал другим. Конечно, не все. Понятно, что все не могут быть, как говорится, аналитиками или такими прогнозистами, но многие очень серьезно интересуются происходящими событиями. Мы стараемся давать им темы для того, чтобы они писали и говорили на наиболее острые проблемы современности. Они это делают. Мы проводим и мастер-классы, и конференции, привлекаем студентов. Они активно в этом участвуют и заинтересованы. Понимаете, переориентироваться достаточно, конечно, быстро, может быть, и сложно в учебном процессе, потому что... Ну, конечно, это очень консервативно. Он был у нас в значительной степени вот заточен на политологию, которая брала свою основу из американской политологии. И вот я всегда критиковал это и говорил, что, ну, понимаете, вот когда я смотрю на выпускные работы студентов, и начинается все с того, что первая глава – это вот как американские политологи, значит, это все рассматривают. И без этого, как говорится, вроде бы нельзя. Да я говорил, ну, вы знаете, получается какая-то странная ситуация. Раньше, в советское время, мы не могли без Маркса, Энгельса, Ленина, значит, ни одну работу выпустить. Да, теперь мы что, на американцев ориентируемся? Но вот сейчас, наконец, поняли, что американская политология-то обанкротилась. Вот все эти американские политологические выкладки, которые они делали после распада Советского Союза, они все оказались бессмысленными, они были порочны.
тоже Фукуяма и конец истории, да, но вот наоборот, начало истории начинается. Поэтому вот это все, конечно, у нас своя политология, но она в значительной степени, конечно, была заражена и вот этой американской политологией. Это мы понимаем, наверное, сейчас. Студенты с удовольствием едут работать в представительство нашей страны. Потому что был какой-то момент, вы, наверное, помните, да, когда они не хотели ехать работать. Вы знаете, конечно, сейчас ехать работать в Европу, в Соединенные Штаты, в Канаду довольно затруднительно. Ну, во-первых, конечно, там сократился очень сильно состав, и работать тяжело, и работать уже не так, как это раньше было. Но зато открылись другие направления, которые ребята считают очень интересными и выгодными. Ну, я не говорю, что это Китай только. Хотя у нас сейчас в институте китайские группы, по-моему, на каждом факультете есть, и на факультете международных отношений. Китайские, да, группы, изучающие китайский язык. Да, три группы. То есть это и идут. Вообще языки ваших стран АТР. АТР, да, ну и не только, Ближний Восток, арабский язык с удовольствием учат. Сейчас вот есть у нас африканские группы, появились снова. Тоже ребята вот у меня есть, занимаются, с интересом занимаются и выступают с докладами интересными по своим странам, изучают языки. А региональные группы, ну, действительно, сейчас падает интерес к японскому языку, естественно, потому что, в общем, сейчас не тот период, наверное, но, может быть, это преодолеется. У нас начали возрождаться те же группы, которые изучают и вьетнамский язык, и лаосский язык, и индонезийский язык, тагальский, вернее, значит, и другие языки, которые в этом регионе востребованы, потому что, ну, действительно, не зная вот ситуации в стране, а без языка ты ее не узнаешь, правильные выводы, правильные отношения не построишь. Поэтому, конечно, желающих работать в МИДе более чем достаточно. Идет отбор. И у нас в МИД берут не так много, где-то порядка 80-90 человек ежегодно. И тем не менее, вот я когда спрашиваю ребят, а куда бы вы хотели пойти, ну, довольно много говорит, что нет, мы хотели бы работать в Министерстве иностранных дел. То есть ситуация вернулась на круги свои. Да. Александр Николаевич, я всех спрашиваю в конце разговора о правилах жизни. Какие они у вас? Вы знаете, наверное, я так сказал бы, времена не выбирают. Известные фразы, в них живут и умирают. Времена, как вы знаете, у нас на моей жизни были совершенно разные. Ну, как тоже, опять же говорю, главное себя не потерять. А как не потерять? Я исхожу из того, что надо придерживаться того, чтобы не предавать своих близких, друзей и не предавать свои жизненные принципы. Это сложно. Ситуации бывают такие, которые вроде требуют от тебя выбора очень жесткого. И не всегда, когда ты отстаиваешь свои принципы, ты получаешь пряники. Часто получаешь тычки. Но, тем не менее, вот эти принципы я старался в своей жизни следовать. Спасибо. Это принципы, безусловно, порядочного человека. Спасибо большое. Спасибо вам.